Этот громила напал на меня в коридоре. Ему не понравилась моя прическа. Я уклонился, сказав: иди своей дорогой. Но его дорога давно сломлена. Отдавая постсоветской иронии, кричащей тенью на обшарпанной стене, отдавая постсоветской иронии, кричащей тенью на обшарпанной стене. Он мог убить меня всего одним ударом, а я вызвать атомный взрыв словом, совершив за несколько секунд битву взорами. Мы поняли, что проиграли оба. Молча разошлись по палатам. Я услышал, как стонет мое сердце, а он громко заплакал. Не сдаваясь вероломно вторгнувшимся санитарам, в эти дни уже стояли морозы, и ступор оккупировал воздух. Сквозь туманный холод воробьи прорывались к решеткам наших окон.